Всем привет, ребята, с вами канал Best Kids TV, и сегодня у нас обзор игры Sniper 3D Assassin. Честно говоря, я пробовал играть уже в эту игру некоторое время назад, но сейчас я решил ее показать вам. Игра довольно интересная, но жестокая, скажем так. Для любителей пострелять в качестве, в виде снайпера, будет очень интересно этим людям. Скажем так, поехали дальше. Первое задание. Первая кровь. Убейте предателя. Мы только что узнали, что мистер Госсип является двойным агентом. Ликвидируйте его, пока он не выдал нашу сверхсекретную информацию. Приступить к заданию. Поехали. Здесь нам сразу же показывают, как управлять оружием. Окей. Теперь нам показывают, как приблизить оптику и как стрелять. Вот, как я говорил, игра довольно жестокая. Это, походу, наш куратор. Он говорит, что отлично, вы отлично ликвидировали первую цель с помощью моей винтовки. Выполним еще два задания, вы сможете купить себе собственное оружие. Поехали дальше. Задание выполнено, цель ликвидирована. Итого заработано 1040 монет. Переходим ко второму заданию. Второе задание — встреча. Убейте человека в красном пиджаке. Мы выяснили, что этот парень в красном пиджаке устроил в прошлом году резню в пиццерии. Мы не можем допустить повторения. Приступаем к заданию. Парень в красном пиджаке. Окей. Значит, мы сейчас найдем этого парня в красном пиджаке и постараемся его подстрелить. Цель не двигается, поэтому достаточно легко подстрелить эту цель. И винтовка очень хорошая. Жесть. Это просто жесть. Игра, конечно, очень жестокая, но тем не менее, это всего лишь игра. Задание выполнено. Поздравляем, агент. Награда за задание 1024, выстрел в голову 40. Итого 1064. Поехали дальше. Выполняем следующее задание. Поймайте вора, убейте сбежавшего преступника. У туриста прямо на углу отняли рюкзак. Не дайте преступнику сбежать с деньгами и документами. Приступить к заданию. Так, ясненько. Эта цель уже по сравнению, вот, я промазал. Это не очень хорошо, но ничего страшного. Мы постараемся все же снять этого товарища. Не успели. Не успели. Да, миссия провалилась, и нужно повторить эту миссию. Пробуем миссию повторить. Как видите, цель, которая движется, ее подстрелить довольно сложно. Попробуем еще раз. Киллер с меня никакой, я так понял. Хотя вот... Жесть. Миссия выполнена, но мы попали в шею. Это просто жесть. Крики людей, куча крови. Это жестко. Но это всего лишь игрушка. Впечатляет. У вас большой потенциал, говорит куратор. Вы заработали достаточно денег для покупки первой собственной винтовки. Перейдите в арсенал и купите то, что сможете себе позволить. Кстати, свою винтовку я забираю. Окей. Задание выполнено, заработано 1047 монет. Переходим в арсенал для того, чтобы купить винтовку. Так, получить. Получаем. Вот, реклама, как обычно, всегда. Выключаем рекламу. Вот что мне не нравится в этих играх, так это вот реклама. Ну, не страшно. Нам, ну, как бы... На данный момент бюджет позволяет купить только вот это ружье, но мы сможем его прокачать. Охотничья винтовка, использовать сейчас. Здесь можно сделать улучшение. И что мы можем сразу улучшить?
Давайте мы посмотрим, какие задания у нас есть. Так, карта города. Это карта города, где можно выбрать следующие задания. Основные задания – это операции, сложность и доходность, которых постепенно возрастает. Давайте начнем с них. Выберите тип задания. Прикасаемся. Так, окей. Срочный вызов. Мы установили местоположение снайпера, расстрелявшего случайных прохожих. Уничтожьте его, пока он не убил очередную жертву. Значит, винтовка мне позволяет выполнить это задание. Приступаю я к этому заданию. Эта винтовочка, конечно, похуже будет. Так, снайпера я уже вижу. Он на крыше находится. Всего-навсего нужно его подстрелить. Но эта винтовочка немножечко нестабильная. Посмотрим, получится ли у нас попасть в него. Да, я ему попал в плечо. Ну, это не смертельный, скажем так, выстрел. Тем не менее, задание выполнено. Окей, поехали дальше. Задание номер 2. Пробуем. Задание разыскивается полицейские. Управление Тонка Бэй предоставила большой список разыскиваемых преступников. Поймайте их, если вам нужны деньги. Окей, попробуем приступить к заданию. Сначала к этому. А потом будет видно, какое у нас второе задание. Вот, разыскивается преступник, убейте его. Понятненько. Имя такое-то, дата рождения, кибертерроризм, поджог. Угу, приступить к заданию. Где он? Вот этот парень. Сейчас мы попробуем его подстрелить. Опять, наверное, будет выстрел в шею, скорее всего. Да. Выстрел в шею, выполнено задание. Жестко, конечно. Игра такая... мрачно, коварно, такая, скажем, кровавая. Честно говоря, мне не очень нравятся такие игры, но просто как бы для того, чтобы показать эту игрушку. Опять реклама, выключаем рекламу, терпеть не люблю, ненавижу эти рекламы. Переходим к следующему заданию. Как я сказал, здесь можно делать, как бы улучшать. Ружье, но на данный... Окей. Нам нужно улучшить, так как вот нам рекомендуют улучшить. Что нам рекомендуют улучшить, сейчас мы увидим. Урон. Нам нужно купить вот такую вот штучку. И это нам позволит увеличить урон нашего ружья. Все, рекомендации мы соблюли. Поехали дальше. Приступаем. Скрытый арсенал. Убейте 3 бандитов. Склад оружия, оружия господина Чампи ближе, чем мы думали. Но его тщательно охраняют бандиты. Убейте их всех, но так, чтобы вас не заметили. Приступить к заданию. Окей. Конечно, это будет, наверное, сложно. Хотя я не думаю, что это будет очень сложно. Один готов. Выстрел прямо в голову. Плохо вот только. Ай-яй-яй. Похоже, что меня сейчас заметят. Да, мне повезло. Меня не заметили. Жесть. Это просто жесть. Задание выполнено. Итого заработано 1175 монет. Опять реклама. Выключаем рекламу. Эта реклама, честно говоря,
мне абсолютно не нравится. Давайте попробуем выполнить еще одно задание. Так, пакеты, оружейный магазин предлагает отличный стартовый пакет. Так, мне нам это пока не надо. Как видите, на карте появилось несколько вариантов для того, чтобы выполнить новые задания. И у нас рекомендации говорят, что нам нужно улучшить нашу винтовку. Попробуем улучшить нашу винтовку. Улучшение в чем состоит? Угу. Переходим сюда. Надо улучшить дальнобойность ружья. Попробуем купить и улучшить корпус. Это улучшит нашу дальнобойность. Приступаем к заданию и выполняем еще одно задание. Поехали. Спасите заложника. Уничтожьте преступника. Угу. Госпожу Аниту держат в заложниках возле Woman Co. А полицейские боятся открывать огонь. Спасите ее жизнь. Окей. Попробуем спасти ее жизнь и уничтожить нашего преступника. Жесть, это просто жесть. Задание выполнено, вы герой, награда 1159 монет. Окей. Поздравляем, это чистый выстрел. Вам нравится игра 3D Assassin? Да, конечно, эта игра очень даже прикольная, но извините, на данный момент я ничего не собираюсь никаких рейтингов выставлять. Окей. Получить уникальную возможность. Это нам не нужно. Опять реклама. Как видите, единственный минус этой игры заключается в том, что опять же после каждого тура, после каждого задания реклама и реклама и реклама. В целом игрушка очень классная. Как я уже сказал, она жестокая, но прикольная для тех, которые любят пострелять с оптическим прицелом. Я бы поставил бы этой игрушке 8, ну, максимум 9 баллов, так как есть на самом деле игры намного интереснее. Вот так вот. С вами был канал Best Kids TV. Мы продолжаем делать обзор Android игр. И дальше будет только круче. Итак, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши следующие видео. Всем пока, ребята! Всего самого наилучшего. Чао-чао.